Подскажите, пожалуйста, стабилизатор больше не включается совсем после того, как загорелся красный индикатор. Как включить? Первое. Берем коробку, достаем коробку, смотрим модель вашего стабилизатора. Второе. Исследуем коробку на предмет инструкции для этого стабилизатора. Третье. Берем, считываем модель этого стабилизатора с коробки и начинаем в YouTube смотреть ролики по этому стабилизатору. Почему? Потому что огромное, вот я часто убеждаюсь, что первая ошибка то, что люди просто не читали инструкцию и изобретают методом тыка. То есть, ну а что там разбираться, даже не читали инструкцию. Второе, если у вас эта проблема уже случилась, соответственно, эта проблема случилась у кого-то еще. И поэтому уже, наверное, обсуждается на YouTube. Пора барабан.